Привет, вы на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре многофункциональный заточный станок Zuber ZT-6M150-686L. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Точильный станок Zuber 250 Вт ZT-6M150-686L – это малогабаритный станок для заточки сверл или другого металлического инструмента. Это незаменимый инструмент для гаража или мастерской. Простота конструкции, высокая надежность, компактный размер, два шлифовальных материала с разной зернистостью – все, что нужно для настоящего мастера, ценящего качество и рассчитывающего на долгий срок службы. На корпусе есть регулируемые упоры, они помогут зафиксировать заготовку в удобном положении. Зазор между упором и диском регулируется, поможет компенсировать износ шлифовального круга. Удобный механизм натяжки ленты позволяет легко и быстро подтянуть ее или натянуть после замены. Если она съедет в сторону, ее легко вернуть на место. Диск прикрывает прозрачный экран, он защитит мастера от искр и не помешает обзору. Кнопка включения закрыта пылезащитным колпачком, не забьется пылью и рабочим мусором. Для устойчивости станок крепится к столу или верстаку болтами. Для этого в основании имеются специальные петли. Демпфирующие подушки снижают вибрации, что повышает точность обработки. Конструкция данной модели жесткая, литая, увеличивается степень надежности. Подключается станок к сети 220 вольт. В комплекте, кроме самого станка, вы получите заточный круг, шлифовальную ленту, защитный экран и документацию, упаковка картон. Точильный станок – важное оборудование для использования в различных мастерских и гаражах. Его основное назначение – заточка инструментов, ножи, стамески – это оснащение справиться со всеми задачами. Экономичный электродвигатель мощностью 250 Вт справляется с заточкой твердосплавных сталей, например, сверла с победитовым наконечником. Комбинированные заточные станки универсальны в своем применении, так как есть возможность обработки поверхности деревянных или пластиковых изделий на ленточной части. Длина ленты станка 686 мм, а ширина 50 мм. Это позволяет обрабатывать достаточно крупные заготовки в бытовых условиях. Преимущество – универсальное точило с двумя разными шлифовальными материалами для различных целей. Возможность шлифования больших площадей благодаря абразивной ленте. При установке шлифовальных материалов различной шероховатости облегчается переключение между разными шлифовальными работами. Наиболее популярный посадочный размер точильных кругов. Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы. Прозрачный экран для защиты оператора от продуктов обработки. Пылезащищенный выключатель для беспроблемной эксплуатации. Надежные подшипники в качестве опор. Возможность крепления к опорной поверхности, регулируемый упор для инструмента. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Маловато мощности. Лента вращается на себя. Глупая конструкция натяжки ленты. Быстро греется. Но есть и позитивные отзывы. Низкая цена. Работает тихо. Круг стоит с мелким зерном. По столу не бегает от вибрации. Возможно, вы станете владельцем этой модели заточного станка. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!